Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Черная пантера. С первого взгляда можно решить, что Ваканда – обычная территория дикой Африки, но это не так. Здесь, в недрах пустынных земель, скрываются залежи уникального металла, способного поглощать вибрацию. Многие пытались добраться до него, разоряя все на своем пути и принося смерть аборигенам. Но каждый раз таинственный дух саванны, Черная Пантера, вставал на защиту угнетенных. Кундо. Эпоха угрозы. 1859 год. Корея, управляемая феодальной династией Чосон, страдает от многочисленных стихийных бедствий. Ни урожая, нищеты, голода и смерти. Но господ интересует лишь их собственное благосостояние, и они продолжают эксплуатировать и преследовать бедных. В этот мрачный период Кундо был единственной надеждой бедняков, той силой, которая могла устрашить жестокосердечных дворян. Доль Мучи родился в нищей семье мясника. Чо Юн в семье богача. Двое мужчин заключили сделку, в результате которой погибли мать и сестра Доль Мучи. Одержимый местью, он становится членом команды Чо Юна и обнажает свой меч для защиты бедняков. Пираты. Фильм рассказывает о эпохе Чосон. Банда пиратов под предводительством Сон Е Джин соперничает с бандой горных разбойников, спустившихся на море в поисках фортуны. Во главе с Ким Нам Гилем. Их ждет охота за призраком кита, проглотившим корабль с сокровищами, самым ценным из которых является королевская печать, подарок китайского императора корейскому. Человек из ниоткуда, 2010 года. Чхат Хэ Сик, скромный владелец ломбарда, девочка Сон Соме, его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре танцовщицей и не столько увлекается воспитанием ребенка, сколько ищет острых ощущений на свою без того повидавшую виды неудавшуюся жизнь. И вот однажды мать Соме вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера, который регулярно появляется в заведении, где она выступает.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!